Катя правда. Либо цвет. Кто первым прибежит, тот и побеждает. Вы готовы? Три. Так, сейчас все. Раз. Так, дайте тоже покорить. Итак, подождите, ребятки. Задача простая. Прямо сейчас. Забежать до куба и вернуться обратно. Вот кто первым прибежит, дотронется до него и вернется обратно, получает подарок. Вес боксера в ринге 65 килограмм. Кто? Вот она была первая. Отлично. Не надо было слова, надо было просто не дотронуться, и все. Идем дальше, смотрите, пожалуйста. Итак, видите, видите, девочка в белой косичке, буду бежать на нее и обратно, ко мне. Да-да-да, кто первый прибежит, тот и получает подарок. Опа, есть, девушка. Отлично. Где она у нас? Это тебе. Так, ребят. Не расходимся. Итак, смотрите, посмотрите повнимательнее вокруг. Видите, да? Итак, сейчас все очень и очень просто. Посмотрите на все повнимательнее. Итак, ну что же. Можно, значит, добежать до флага и обратно. Ребят, которые забрали подарочки, выиграли их под конец сюда. Нам здесь нормально будет? Отлично. Итак, давайте, ребятки, у нас еще будет возможность сегодня разыграть подарочки. Итак, Чирилл и Пер. И покажите. Левый, уходи на нога. Хорошо, да, и на ножках. Отлично. Хорош. Ну а теперь главное, ну а теперь самое сложное, ребят. Вы готовы? Вы уже пошли, вы уже все, уже пошли. Да. А вы еще хотите будет сейчас? Ну хорошо. Что? Последнее. Первый. Давайте так, у нас два ребята. Давай, у нас двое, ребят. Сейчас вручу вас последние подарочки. Красавчик, это тебе. Собирай, молодец. Это тебе. Два раза практически. Ну что же. Что? Это красное. Это цвет победителя. А ты как толстовочка. Смотри, практически в один цвет. И красный, и розовый. Нормально. Ну что же. Ребята, не расстраивайтесь, те, кто не выбрал. У вас еще сегодня будет возможность выбрать подарки. Вы готовы их забрать? Еще, конечно. Хорош. Где? Она? У нее еще будет возможность сегодня. У нас полно подарков, не переживайте. Итак, дорогие друзья, ну а в скором времени нас ожидает. Мастер-класс боевым искусством, друзья. Поэтому я хочу пригласить всех сюда ближе к сцене именно на вопрос. Хотел бы выиграть квадрокоптер. Понял, вот сейчас музыка немного потише. Сегодня вообще, друзья, у каждого будет возможность выиграть квадрокоптер. Я сразу хочу сообщить главную информацию. У нас появился сайт, друзья. Сайт. Настоящая, мощная площадка. А в этом бою ввиду невозможности продолжения боя победу одержал. Что это такое, друзья? Все самые крупные, масштабные события находятся в этом сайте. Вы бы хотели знать, какие последние... Тимур из города Зеленодольска. ...будет проходить синий майк по всей России. И принимать... Как Мадолин. Тимур. Зеленый фитнес. Точно? Итак, дорогие друзья, у вас прямо сейчас будет уникальная возможность для начала зарегистрироваться вот на том стенде. Это для начала. Ну и, конечно же, друзья, с помощью сайта вы можете быть всегда в курсе всех интересных событий. А если вдруг мероприятие собралось...